Сегодня мы с вами станем сталкерами и посетим мини-чернобыльскую зону Малаки. Шучу, конечно же, но нашел два здания, которые, скорее всего, были отелями или должны были стать отелями. И сейчас находятся в очень удручающем состоянии. Но не пройти, тем более все открыто, и не посмотреть, как же здесь внутри, я просто не мог. И сейчас мы с вами посмотрим, что же собой представляют мини-гостиницы в Малаки. Вот видите, сколько здесь комнат. Здесь, видимо, была огромная кухня. Первое здание очень сильно пострадало. Здесь забрали практически все. Все, что могли. Даже проводку из стен выдирали. Площадь этого первого здания невелика, но в высоту оно занимает 3 этажа. И со всех сторон окружают очень красивые виды на море. Почему и зачем покинули это здание, я, конечно же, не узнаю. Малазийской местного языка я не знаю, а на английском спрашивать бессмысленно, так как местные тоже мало кто знает английский язык. Но судя по всему, те, кто здесь убирали все, что могли, английский знали довольно хорошо. Некоторые надписи на стенах об этом очень красноречиво показывают. Здесь просто огромное количество комнат. Их предназначение это были и залы, и спальни, и туалеты, и мини-кухни. Красота. То, что не могли вынести, просто уничтожили. Вот было 2 дивана кожаных. Таких просто почему-то порезали и все. Уже не могли найти им место, когда вывозили все, или как это назвать, не знаю. Вот, пожалуйста, английский знают. А виды с третьего этажа вообще классные. Смотрите, как хорошо просматривается море. А сейчас будет фишка этого первого дома. Смотрите, какой классный вид на Малаку. Это третий этаж. Хорошая смотровая площадка. И, наверное,
Отсюда очень хорошо смотреть или восход солнца, или закат. И все бесплатно. А вот и фишка главная. Джакузи здесь походу была, огромная ванна. И все это с видом на море. Вообще классно. Лежишь себе в джакузи и смотришь на море. Посмотрите сами. Ведь классно же. Заброшенный рай почему-то. А сейчас переходим в гостиницу, тоже заброшенную, которая находится практически через забор. Здесь сохранилось все почти до мелочей. Да, есть вынесенные двери, разбитые окна, но здесь есть представление о том, как же выглядела эта гостиница. Она, наверное, даже работала некоторое время, а потом ее забросили. И также не знаю почему, но это все было шикарно. Смотрите, здесь даже сохранены зеркала, отделка. В некоторых комнатах осталась мебель, правда ее поломали немножко, но она таки осталась. Смотрите, пожалуйста, кухни, сверху вся обшивка была сделана, теплоизоляция, просто шикарно. Остались шкафы, отделка стен. И тоже видно море. Эта гостиница имеет всего 2 этажа, но все сделано настолько по-богатому. Посмотрите, мраморный пол. Аквариум огромный был. Смотрите, искусственный риф. Очень много комнат, потому что площадь этого здания довольно-таки внушительна. А сейчас покажу вам вид на море. Вот вид на море. Просыпаешься утром, открываешь глаза, смотришь на море. Явно для небедных это сделано. Но это все было, было и прошло. Сейчас поднимемся на 2-й этаж, посмотрим, что там. Остатки коврового покрытия. Это здание точно некоторое время даже работало. Смотрите, остатки зеркал. Почему-то их не забрали. Даже стекла на окна некоторые стоят совершенно не разбиты. Вот здесь стояла кровать. Видите остатки ее? Это была огромная спальня с отдельной кухней, ванной, туалетом. Отличный номер и с видом с одной стороны на море, с другой на город. Смотрите, даже вся мебель почти в нормальном состоянии. Просто не могу понять, почему забросили эти здания. Паркет на полу, через вестибюль 2-я комната. Или номер. Она поменьше, но здесь тоже все было укомплектовано по первому разряду. В
Блуждая по этому зданию, я даже заблудился. Комната проходит в комнату, залы, кухни, ванны. Бродить есть где. Смотрите, на окна витражи были. Просто класс. А это вестибюль был обработан в таком стиле. Вот, пожалуйста, зеркала. Никто их даже не тронул. Они здесь целой пачкой стоят. Вот эти два заброшенных дома. Если будете в этом районе, можете поблуждать. Но это целый комплекс, целый отель. Но туда я не зашел, так как вы видите, все было закрыто. Спасибо.